Магомед приехал в Одинцовскую библиотеку номер 1 вместе со своими воспитанниками московского ансамбля кавказского танца. Его коллективу уже 7 лет, а начиналось все с обычной студии, куда ребята приходили заниматься танцами для себя на любительском уровне. Теперь за плечами подростков большие выступления. Они побывали даже на сцене Кремля. От такого рода мероприятий я никогда тоже стараюсь не отказываться. Потому что всегда хочется быть с людьми. Мне эта библиотека очень нравится. Сюда, когда я захожу, у меня всегда такое радостное ощущение. Помимо приглашенных танцоров, на концерте, посвященном Международному дню семьи, с песнями и стихами выступили участники разных возрастов. На сцене библиотеки они исполнили произведения о родителях, домашнем очаге и семейных ценностях. И в синие сгоды, и печали, и нам не страшно с тобой вдвоем. Ну, в основном все песни о любви. О любви, о жизни, об отношении к женщине. Поэтому сегодня, так как семейный так называемый праздник, поэтому я буду петь две песни о любви наших советских авторов. Яркие, поэтические, а порой и трогательные выступления не оставили зрителей равнодушными и напомнили им еще раз о том, что семья самое ценное, что есть в жизни. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».